Рецепт мой такой. Что-то ты бледный. Может, укольчик сделать? Шура, привет. Принес я колбы. 3 штуки. Здорово. Целок, спасибо. Колограмма выяснил, что для перфузора еще надо достать 2 аккумулятора и микросхему управления от экзоскелета свободовцев. Я думаю, это уже не такая гигантская проблема. Да, это проще тема будет. Ты далеко не ходи. Я тут узнал про ключик один. Его голограмма еще в том году из ручного телепорта сделал. Вернее, их было несколько. Где они сейчас, не знаю, но точно знаю, где один. А для чего мне этот ключ? Он, возможно, снимет защиту в виде телепорта с одного из входов в огненную пещеру. Ты ведь хотел туда заглянуть? Вот посмотришь, что там да как. А если там база чья, может, и экзоскелет свободы найдешь. Или аккумулятор к нему. Короче, есть тут место, рядом с карьером в виде воронки. Там зона аномальная. Старик говорит, что там когда-то давно метеорит упал. Так вот, у одного из камней и найдешь ключ. Он похож на телепортатор и срабатывает от тепла и биополя человека. Почему именно там? Стал к нам один сгинул, а шел он от нас. Тогда голограмма ему один такой ключ продал. Здорово. Давно хотел заглянуть в эту пещеру. У меня просьба, пока хожу, сделай копию карты, что из сейфа достали. Только метки на ней не ставь. Привет, Пилигрим. Я думал, ты на задание. Ну, парень, ты и настырный. Сумел телепорт один отключить. Что, поворовать залез? Так тут мало. То есть для вора, так скорее место для отдыха и общения. Не, я не вор. Просто заинтересовали меня таинственные хозяева этой пещеры. Кстати, они тут? Нет, не вернулись еще. И задание мое тоже пока отменилось. Так зачем пришел? Мне нужны 2 аккумулятора для экзоскелета группировки свободы и плата управления. И заодно вопросится на засыпку. Как к этим снайперам по мирному подъехать, надо узнать кое-что. Аккумуляторы где-то валялись, можешь посмотреть. Насчет платы управления не знаю. Есть только сломанный магнитофон. Может, от него что-нибудь подойдет. А насчет снайперов, уж не собрался ли ты к ним на службу? Если нет, то можно попробовать один способ. Есть у меня КПК одного наемника. Я его на прошлом задании порешил. Можно по нему отправить сообщение главарю снайперов. Типа к нему идет для работы человечек. Испытательный срок пройти перед вступлением в наемники. Насколько я знаю, снайперы и наемники в друзья ходят. Мысль дельная. Отправляй смс. А я пока посмотрю плату и аккумуляторы. Если получится, сочтемся. Химера отправил к тебе Новиса. Пусть на тебя пошерстит за бесплатно.
Он в наемники решил вступить. Посмотри, что умеет. Да, ты оказался прав. Были там два аккумулятора для экзы свободовской. А микросхемы вот, притащил пару плат и сломанного бобинного магнитофона. Может, подойдут. Да, плата подойдет, думаю. Голограмма заменит микросхему на кучу сабгеповских добротных деталей из этих магнитофонных плат. А про копию карты не забыл? Нет, все сделал. В лучшем виде. Забирай. На сборку перфузора потребуется время, а я пока порешаю, как у снайперов реагенты добыть. Счастливо! Не болей!